14 глава книги пророка Иезекииля. «И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых и сели перед лицом моим. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свое, и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим. Могу ли я отвечать им? Посему говори с ними и скажи им: так говорит Господь Бог. Если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог, обратитесь и отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших, отвратите лицо ваше. Ибо если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим, и придет к пророку вопросить меня через него, то я, Господь, дам ли ему ответ от себя? Я обращу лицо мое против того человека и сокрушу его в знамение и притчу, и истреблю его из народа моего, и узнаете, что я Господь. А если пророк допустит обольстить себя и скажет слово так, как бы я, Господь, научил этого пророка, то я простру на него руку мою и истреблю его из народа моего Израиля, и понесут вину беззакония своего. Какова вина вопрошающего, такова будет вина и пророка. Чтобы впредь дом Израилев не уклонялся от меня, и чтобы более не оскверняли себя всякими беззакониями своими, но чтобы были моим народом, и я был их Богом, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, если бы какая земля согрешила передо мною, вероломно отступивши от меня, и я простер на нее руку мою, и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот, и если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своей спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. Или если бы я послал на эту землю лютых зверей, которые осиротили бы ее, и она по причине зверей сделалась пустою и непроходимую, то сии три мужа среди нее, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они, только они спаслись бы, земля же осталась бы пустынею. Или если бы я навел на ту землю меч и сказал: меч, пройди по земле, и стал истреблять на ней скот и людей, то сии три мужа среди нее, говорит, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они только спаслись бы. Или если бы я послал на ту землю моровую язву и излил на нее ярость мою в кровопролитии, чтобы истребить на ней людей и скот, то Ной, Даниил и Иов среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей. Праведностью своею они спасли бы только свои души. Ибо так говорит Господь Бог: есть ли и четыре тяжкие казни мои, меч и голод, и лютых зверей, и моровую язву пошлю на Иерусалим, чтобы истребить в нем людей и скот, и тогда останется в нем остаток. Сыновья и дочери, которые будут выведены оттуда, вот они выйдут к вам, и вы увидите поведение их и дела их, и утешитесь о том бедствии, которое я навел на Иерусалим, о всем, что я навел на него». Они утешат вас, когда вы увидите поведение их и дела их, и узнаете, что я не напрасно сделал все то, что сделал в нем, говорит Господь